Медицина в режиме онлайн. В Ненецком округе успешно протестировали мобильный комплекс ультразвуковой диагностики. Оборудование позволяет ставить диагноз пациентам, находящимся в отдаленных и труднодоступных поселениях. Для апробации инновационной установки выбрали национальный поселок Нельминос. Алина Ваучейская побывала на телемедицинском сеансе. У нее все подробности. Левая доля щитовидной железы. Так. На первый взгляд, это обычный сеанс ультразвукового исследования. Только вот диагноз ставят не на месте, а за 60 километров от пациента. В кабинете центральной поликлиники Заполярного района. На другом конце провода врач-эндокринолог. Проводить обследование онлайн позволяет новейший телемедицинский модуль. Оборудование по техническим характеристикам практически не отличается от стационарного. Это полноценный УЗИ-комплекс, это УЗИ-аппарат. Соответственно, к нему можно подключать несколько датчиков, соответственно, обследовать определенный спектр, проводить ультразвуковых исследований и тем самым диагностировать, ну, по крайней мере, какие-то острые, экстренные заболевания. Пробный сеанс показал, даже несмотря на слабый сигнал интернета, врачу на другом конце провода удалось увидеть патологию и поставить диагноз. В дальнейшем же проводить манипуляции с аппаратом будет специально обученный медицинский работник. Изображение через интернет будет передаваться в ЦРП, где квалифицированные врачи проведут интерпретацию информации. Такая онлайн-диагностика позволит вовремя распознать тяжелую патологию как в плановом, так и в экстренном порядке. Основное, это, конечно, для нас это по экстренной медицине. Когда вопрос стоит об эвакуации пациентов, то есть о вызове санавиации. Это очень важно, потому что и сама санавиация стала нынче дорогая, то есть летный час очень дорогой, и иногда нет потребности в этом, а иногда она более экстренно существует, чтобы более оперативно решение принимать. Пока подобный комплекс есть только в национальном поселке Нельминос. В случае, если установка хорошо зарекомендует себя на практике, такие мобильные ультразвуковые аппараты могут появиться и в других отдаленных поселениях. Это абсолютно необходимо для вашего региона инструмент для телемедицины. И тут надо понимать, что он не заменяет обычную систему здравоохранения, он ее дополняет, он делает возможным то, что раньше было невозможным для жителей, например, вот таких удаленных регионов, как вот сейчас мы здесь находимся. Оснащение заполярной глубинки новейшим оборудованием – третий этап развития телемедицины. Он стартовал в 2018-м в рамках одноименного ведомственного проекта региональной администрации. Меньше чем за год удалось закупить мобильные рентген и УЗИ-комплексы. Кроме того, создана функционирующая система оказания телемедицинских услуг населению в режиме «врач-врач», объединяющая три муниципальных образования – Нельминос, Великовисочная и Нерьинмар. Алина Волчейская, Антон Водряков, телеканал «Север», поселок Нельминос, Ненецкий округ.